для жителей ничего не изменится, ни по цене, ничего, потому что все учредительные документы, как они утверждали с Владимирским РЭКом, все это так и остается. Это правоприемник. Будут газ вам возить водители из Навашино. То есть не из Мурома, как вот они ехали по одному маршруту, а из Навашино. Будут чуть-чуть, может быть, другие маршруты. Еще сделали мы, ну, я считаю, хорошую сторону поворот. Мы будем выдавать на каждый проданный баллон жителям квитанцию. На каждый проданный баллон. Эти квитанции будут теперь органами соцобеспечения приниматься как коммунальная услуга. То есть не надо будет больше никаких справок. Если до этого у вас справочки у жителей были другие, там другого были образца, значит, просто берете ручку и пишете фамилию, имя, отчество и адрес, где есть место, там наверху немножко есть место. Такие квиточки тоже будет совет принимать.